Нашей так называемой творческой интеллигенции не хватает правды и искренности. Где правда и искренность, там свобода и независимость. Мы сами кормимся и насыщаемся ложью. И народ приучаем к этому. Ложь собой приносит неправду и бесчестие. Самое опасное – это бесчестие. Если у нации сохранена честь и совесть, то такому народу, такой нации, ничего не страшно в этом мире.